Итак, спасибо за интерес к проекту. Я повторю еще раз задание. Значит, задача сделать дизайн, именно классический дизайн, да, то есть вот тот, который сейчас у таймера iOS-овского, у стандартного, да, вот приложение часы. Обрати внимание, что сама иконка даже, да, сделана, ну, похоже, то есть вот как часы на айфоне. Поэтому, и, кстати, да, этот таймер создавался 2 года назад, поэтому он, ну, вот он в точности походил на тот таймер, который был тогда. Сейчас он поменялся, как ты понимаешь, да, то есть сейчас он черный, там стал шрифты другие и так далее, всякие нюансы. Вот его нужно адаптировать под это, чтобы у пользователя складывалось впечатление, что те часы, которые есть, и вот этот вот таймер, это прям 2 приложения из одной серии, чтобы он их прям хотел положить в одну папочку, да, и практически не различал их между собой. Единственное, что там часы, часовые пояса, там секундомер и так далее. А здесь вот тренировки, такая более расширенная версия, да. Как в предыдущем видео я уже говорил, там все нюансы описывал, там секции и так далее, картинки упражнений и так далее, и так далее. Поэтому я бы хотел увидеть хотя бы один скрин, чтобы, ну, понимать, что ты понимаешь, о чем идет речь. Вот, как любой, на твое усмотрение, да, поэтому все, спасибо.